Тема 19. Общественное движение в 60-е и 70-е годы 19 века. Параграф 1. Нигилизм. Великие реформы всколыхнули все российское общество. Это была грандиозная попытка привлечь население к активному участию в жизни страны. Однако, если перед 1861 годом общество представлялось объединенным одной целью, так или иначе способствовать проведению реформ, то после его отмены единство оказалось невозможным. С начала 60-х годов главный в общественной мысли вопрос «кто мы?» уступает место вопросу «что нам делать?», приведшему конфликту идей и людей. Увлечение естественными и точными науками, переживавшими в тот период настоящий взлет, позволявшими, как казалось, предсказать путь человечества и понять взаимодействие человека и общества, делали ненужным обращение к лучшим традициям прошлого. Для таких отрицателей и в обществе все должно было быть конкретно, как любой химический опыт. Задача, цель, выполнение, итог – все старое или казавшееся таковым подлежало уничтожению как ненужное. Так возникло течение в общественной мысли, названное нигилизмом. Кумир молодежи 60-х годов писарев призывал своих последователей крушить направо и налево, лупить по учреждениям и обычаям, а если какие из них рухнут, то их и сохранять не стоило. Постепенно от литературного отрицания прошлого. Нигилисты перешли к отрицанию настоящего. Так в своем журнале «Набат» 1875 год Ткачев предлагал уже крушить существовавший общественный строй. Как считал Ткачев, лидер заговорщицкого направления, стоит только дезорганизовать врагов, то есть самодержавные правительства, и революция сама распахнет двери будущему. «Самодержавие висит на волоске», — утверждал он. Революционеры, чтобы захватить власть и изменить государственный строй, должны нанести ему лишь несколько ударов. Предшественник Ткачева Нечаев составил катехизис революционера ⁇ свод правил для членов революционной организации. В этом документе утверждается принцип оправдания любых средств борьбы революционной целью. По Нечаеву после великого дела разрушения основ существующего строя всю власть следует сосредоточить в руках созданного комитета. Наряду с этим для всех объявлялась обязательная физическая работа. Каждый должен стать членом рабочей артели. Для несогласных предусматривалась смертная казнь. Это был своеобразный вариант казарменного социализма. Параграф второй. Пропагандизм и бунтарство. Революционное движение в 20-летие после отмены крепостного права претерпевало эволюцию по причине неспособности достичь хотя бы одной из своих целей. Впрочем, перемены затрагивали лишь тактику. Главная цель упразднений государства оставалась прежней. В начале 1860-х годов считалось, что достаточно самого фактора взрыва с умирающим миром, а остальное произойдет само собой. Писарев призвал бросать все занятия и интересы ради изучения естественных наук. Чернышевский звал рвать с семьей и вступать в трудовые коммуны. Однако эти методы ни к чему не привели, поэтому к 1870-м годам Большой интерес революционеры-разночинцы стали проявлять к недавно освобожденному крестьянину. Лавров призывал молодежь бросать университеты и отправляться в деревню. Чтобы сделать русского крестьянина революционером, нужно открыть ему глаза на несправедливость указа об освобождении, на причины его экономических бедствий, сговор церкви, царя и государства, то есть вести пропаганду среди крестьянства. Но модное какое-то время хождение в народ себя не оправдало. Надежда сделать из крестьян революционеров не оправдалась. В отличие от Лаврова с его теорией медленной пропаганды в среде крестьянства, Бакунину хотелось, чтобы молодежь несла в деревню знамя немедленного бунта. Он считал, что мужик является прирожденным разрушителем-анархистом, и чтобы разжечь пожар в деревне, достаточно лишь искры. Искру должна была высечь интеллигенция. После бунта не должно было быть никакого государства. А будущее устройство России Бакунин видел как федерацию сельских общин, не имеющих над собой никакого руководства. Параграф 3. Конструктивная оппозиция. Существование радикальных общественных течений не означало отсутствие других, либеральных взглядов на развитие государства и общества. Существовал, например, весьма болезненный вопрос о миссии русского дворянства. Славянофилы утверждали, что историческая роль дворянства как сословия закончилась. Оно должно отказаться от особого положения в обществе и перейти к работе в земских собраниях. Земство должно стать своеобразной школой как дворянства, так и крестьянства. Славянофилы не мыслили дальнейших преобразований в России в отрыве от процесса гармонизации общественных отношений, в котором не должно было быть места оппозиции. Возможность этого виделась в ликвидации сословных перегородок и возрождении духа русской народности. Россия сможет возродиться и обрести целостность только путем созыва Земского собора. Славянофилы считали, что для России ни в какой мере не подходят какие-либо западные образцы демократии, основанные на принципе подчинения меньшинства большинству. Запад, как утверждали они, это рассадник социалистических теорий революций, а революционная сила – сила нелепая во всех отношениях, не могущая привести Россию в лучшее будущее. Славянофилы не отрицали Конституцию, но она, по их мнению, должна быть истинно народной, а не Конституцией группы образованных людей. Для народной Конституции также необходимо время и просветительская работа поэтому в сложившейся альтернативе революционное свержение существующих порядков или полное единение царя с народом. Славянофилы выбирали второе. Параграф четвертый. Земля и воля. Террор. Хождение в народ разночинцев-революционеров в 1874 году закончилось и глубоким разочарованием. Убавилась энергии в деле революционного просвещения народа, поскольку это не приносило практических результатов. И революция отодвигалась на неопределенные сроки. К тому же они встретили явное противодействие правительства. В связи с этим наметился переход разночинского движения от метода активной пропаганды к террору, направленному непосредственно против институтов и конкретных представителей самодержавия. Принцип террора лег в основу создания тайной организации «Земля и воля», возникшей в Петербурге в 1876 году. Тем не менее, ряд членов организации склонялся к продолжению работы в деревне, но на несколько иной основе, нежели в начале 1870-х годов. Теперь стало считаться, что интеллигенции негоже навязывать массам свои идеалы, поскольку трудящиеся исторически всегда правы. Интеллигент-революционер должен поселиться в деревне на продолжительное время и не учить крестьян, а учиться у крестьян, сработаться с ними, найти в них такие черты, которые бы позволили подвигнуть их на бунты и стачки. Однако и эта народническая доктрина потерпела крах. Взаимопонимание с крестьянами возникало крайне редко. Известны лишь неудачные попытки поднять крестьян в Киевской губернии. Постепенно все большее значение в деятельности Земли и воли приобретает та часть их программы, которая исходила из необходимости систематически истреблять наиболее вредных или выдающихся лиц из правительства. Именно разрушительная сторона деятельности организации привела к известным потрясениям в российском обществе, составив одну из наиболее трагических страниц в истории России. Начавшись с на петербургского градоначальника Трепова, убийство среди бела дня в центре Петербурга шефа жандармов Мезенцева, террор был продолжен охотой на императора. В 1879 году Соловьев стрелял в Александра II, но неудачно. Соловьева повесили. После этого сторонники террора стали требовать активизации действий, призывая к развертыванию индивидуального террора. В то же время их оппоненты, которых называли «деревенщиками», настаивали на продолжении пропагандистской работы в деревне. Непонимание друг друга усилил раскол вплоть до развала земли и воли в 1879 году. Деревенщики составили общество «Черный передел», политики-террористы народную волю. Первые терпели неудачу за неудачей, и в условиях усиления бдительности правительственных структур вынуждены были вообще прекратить деятельность в России. Центр черного передела был перенесен за границу. Народовольцы немедленно включились в активную и беспощадную войну с самодержавием, которая свелась в конечном счете к стремлению убить царя сохранились характерные отклики крестьян на действия народовольцев. «Нехай убивают царей, одного убьют, другого убьют, всех убьют, тогда будут цари из нашего брата». Надо сказать, что число активистов-террористов среди оппозиционно настроенного народнического движения в целом было невелико. Их действия порой ограничивались одним или двумя мероприятиями в рамках страны одновременно. Им не хватало ни денег, ни профессиональных знаний и умений, ни сила, зачастую и надежды на успех начатого дела революции. Длившиеся три года охоты на Александра II террор народовольцев продолжал усиливаться даже после того, как император был убит, и стало ясно, что не удастся ни парализовать правительство, ни побудить крестьян к бунту. Под конец он превратился в террор ради террора шел спор о том, у кого сильнее воля, у кучки революционеров или у правительства. Цареубийство не вывело страну на дорогу активных реформ. Наоборот, государство активно взялось за искоренение терроризма. Параграф 5. Рабочие движения. Марксизм в России. Отмена крепостного права способствовало тому, что крестьяне потянулись в города, увеличивая рабочие сословия и усложняя для правительства рабочий вопрос. Первые рабочие организации – Южно-Русский союз рабочих, Северный союз русских рабочих – не достигли больших успехов в борьбе за свои права, да и не были еще массовыми. Однако все увеличивающаяся роль рабочего класса в экономике страны, а также готовность его участвовать в политической жизни страны привлекали внимание революционной интеллигенции. Разочаровавшись в народничестве, они искали новую идеологию. Распространявшийся в Европе марксизм оказался востребован и в России. Организационно российские марксисты оформились в группу освобождения труда в 1883 году из бывших чернопередельцев во главе с Плехановым. Задачами группы были доказательства несостоятельности народничества, пропаганда произведений Маркса, политическая борьба с самодержавием. Главная роль в этой борьбе отводилась рабочему классу. Вслед за освобождением труда в России возникали локальные и малочисленные кружки, популяризирующие социал-демократические ценности.